Так, идем дальше. Ну, а дальше опять ирония. Я сегодня говорю, материться не буду, но ирония будет. Значит, есть фирма, вы ее уже знаете, Экодар называется. Они однажды, я показывал вам, но я горжусь тем, наука не знает, как говорил Савинич, который мы снарядили в Мичуринск. Мичуринский железово не знает. Вот, видимо, их устраивает вот это, ладно. А это пускай. Но как меня признали эти мошенники, да? Они, я почему за школу, за новую биологию? Ну, чтобы куда я не сунусь, Экодар. 4 урожая в год. Вы понимаете, вот семечко посадил, через 3 месяца вот таки, собирает там это, килограммами. Не тоннами, но килограмм в горшке. А у нас так мы устроены, понимаете? Мы самый доверчивый в мире народ. А это автоматом означает, что мы живем хуже всех. Именно потому, что нас легко обдурить. Ну, пользоваться этим нельзя. У нас же, ну, те, кто повыше по должности, они хотя бы должны за нас заступаться, за доверчивых. Ведь раз мы доверчивы, мы позволим им жить хорошо, отказываем себе в чем, живем на гроши, вот. Позволяем им ездить на Мерседесах, это самое, яхты покупать. Ну, немножечко про нас. Ведь всего-то надо было, знаете, стоит бы, появились бы свои фрукты в наших миллионных садах, уже бы одну проблему бы сняли. Меньше бы зубы бы сыпали. Вы знаете, что Россия страна беззубых? Нет? Не слышали? А эти... Догадайтесь, к кому я обращаюсь. Вы знаете, сколько стоит уже запломбировать зуб, не говоря о том, чтобы новый посадить в челюсти. И вот получается, верим про 4 урожая в год. А как они еще делают? Вот они взяли мою фотографию, да? Назвали меня Самойловым, чуть-чуть омолодили. Я уже, это, спасибо, на тот момент я был на 5 лет старше, сейчас на 6. Вот. Это как можно догадаться, чтобы использовать, почему они взяли, они же не взяли в интернете одну из 140 миллионов фотографий. Не случайно же фотография садовода. Правильно, значит, кто-то скажет, да я Железова знаю. Теперь Железова отвечает за 4 урожая в одном горшке. Так нет. Вот. Вот так вот, Владимир Владимирович. Я где-то подсознательно с вами разговариваю. Вроде с людьми, но дальше с вами. Далее реальность. Владимир Владимирович, вам это знать не обязательно. Но у вас есть помощники, заместители, как их, советники, да? Ну, хоть кто-то один вам должен сказать. Вот представляете, вы садите к столу, а на столе гроздь винограда. Красиво такое вот. И вдруг последний момент, когда вы сели за стол, там может быть даже шампанское, все мы люди. Вот, и вдруг врывается советник и говорит: не сметь, хватает это блюдо с этими, с виноградом. И прямо в окно и говорит: Владимир Владимирович, надо революцию делать. Вот я тут Железова почитал. Нет, вот это вот, извините, жрем не только мы. И я вот взял, скромно написал. Вот. Я не говорю, что надо посылать спецрейс за виноградом к Сергею Макарову, Рыкалину, Жестовской. Я этого не говорю, нет. Ну тогда просто не ешьте вот это вот. Вот другого винограда вам не предложат. А теперь смотрите. Знаете, больше всего на свете я ценю? Это дружбу. Когда такой человек... Вот, начал со мной дружить, вот этой четверки, Николай Георгиевич. Я тогда понял, что жизнь прожита не зря. Вот чем я горжусь. А это, как я смотрел, неужели картошка? Это что, от канадского жука? А почему мы картошку это ничем не опрыскиваем? Вроде картошка. Ну ладно, если даже я ошибся, может что-нибудь похожее. Ну, понятно, другой картошку вам не предложат, даже не сомневайтесь. Вот. А вот яблочки, которые вас кормят. И что я написал? Не, вначале посмотрите. 40 обработок, оказывается, даже в России. Я раньше знал, что на Западе норма 40. Но когда все технологии перенесли, искалечили, берется дерево, калечится, растят, ну, калечат одновременно.
на него накидываются тучи насекомых, надо обрабатывать, это понятно. Но как бы сделать так, чтобы не калечить, тогда насекомых не будет. Лена Александровна, вы недавно уехали, мы вместе ходили по саду. Мы с вами нашли тлю на одной вишне, да, на одном листочке. Ну, яблони я показывал, там первые признаки, но уже осень, а тля так и не скрутилась. Сливы, на этих китайки, и мы на это не обращаем внимания. Урожаи такие, что нам все равно. Скручивает тля, не скручивает. Это как дань платим тле. Вот, видите, что получается. Ну, я на всякий случай что сделал? Я взял и вот просто набрал, знаете как, фотообработок. И вот когда я вот это посмотрел, я пришел в ужас. Ну что, сказать, как Владимир Ильич, верная дорога идете, товарищ, а? Минсельхоз, Академия, Миннауки и образования, да? Вот это ваша, это самая верная дорога. Тупик это, ребята, тупик. Понимаете, нам же детей кормить-то нечем. У нас два варианта. Детей не кормить, денег нет. У богатых то кормить отрава. Я почему говорю, что где-то наши интересы упали. У бедных, чтобы появились фрукты. Меняем технологию, меняем это самое. Все. Запрещаем эту дурь садить. Еще раз говорю, любой пенсионер с удовольствием купит на последние гроши. В хлебе откажет, но он не может пройти мимо саженца. А продавец ему такой лапши навешает, я сам свидетель. Такой лапши навешает. Ай, ладно. Идем, вернее, не идем, возвращаемся к себе. Вот, теперь, я не буду, я пишу, это мои как бы эти самые узелки на память, чтобы знать, о чем говорить. В Беларуси сейчас очень сложно. А как он дошло до этой сложности? Я знаком только с плодоводством Беларуси. Знаком по статьям. Помните, 15 миллионов долларов, это миллиард рублей, заложили. Сад яблони, огромный сад, он весь умер.